Всем доброго времени суток, с вами Елена. Вчера у нас в Сочи на оптово-цветочной базе по адресу переулок Промышленный 4 был свежий завоз орхидей. И магазин уже по сложившейся традиции предоставил очередную орхидею для розыгрыша на моем канале. Сегодня у нас июньский розыгрыш, вернее орхидея для июньского розыгрыша. Вот такой садовник, это орхидея от Фалинова. Вот. Ну, давайте я покажу сначала корни и розетку. Орхидея посажена вот в такую прям очень хорошую кору. Вот Фалинова в последнее время, приходят от Фалинова орхидеи, посажены в очень хороший грунт. Орхидея не пересушена, не полита. Кора сухая уже. А корни чуть-чуть кое-где зеленцой. И я этого никогда не делаю. Но в этот раз я буквально на 1 сантиметр налью теплой водички и слегка ее подпою. Потому что мне очень не хотелось бы, чтобы к моменту розыгрыша и отправки орхидея пересохла. Хочется, чтобы растение дошло в хорошем состоянии. Розетка. Вот такая очень аккуратная розеточка. Эта орхидея никогда не будет большой. У нее по сорту очень компактная розетка. Уже когда дома я сняла упаковку, я увидела, что вот здесь вот такое механическое повреждение на листе. Ну, это прям вот механика-механика. Так вот, давайте вот так подниму, покажу. Вот, видите, ее или корой, или чем-то примяло. Но, если честно, я не очень смотрела на листья. Я больше уделила внимание шее и корням. И почему еще эту орхидею я выбрала для розыгрыша? Потому что сам по себе сорт стрессоустойчивый, очень выносливый. Ну и давайте я покажу, что же за красоту. В этот раз мы будем разыгрывать. Вот такая орхидея. Камера почти верно передает ее цвет. Но, может быть, она чуть-чуть темнее. И вот эти краешки ее, они более сливочного оттенка. Есть так похожие орхидеи с белыми вот этими кончиками. А у этой желтые, светло-желтые. Сливочного, такого желтого цвета. Эта орхидея у меня есть. Когда у меня падала стойка с орхидеями, она очень здорово пострадала, но одна из первых пришла в себя и распечатала, цветоносы были поломаны, распечатала боковые почки, еще цвела потом долго на ответвлениях. И я очень долго не могла найти ее название. И она у меня где-то стоит в группе тех орхидей, которые, ну, не подписаны у меня. И найти ее, пока она не зацветет, нет возможности. Но Наташа с канала Орхидневничок мне подсказывала название этой орхидеи. Это Флэр Бланк. Такая красота. Ну и что, пока вы рассматриваете это растение чудесное, вот такая тыльная сторона. Вот цветы смотрят во все стороны. И еще на этом цветоносе вот нет ответвлений, а на этом целых 2. И если орхидея благополучно дойдет, она откроет эти бутоны. Этот сорт не очень любит сушить бутоны, между прочим. Вот. Ну и давайте теперь я расскажу о розыгрыше. Розыгрыш у нас, к сожалению, проходит только для жителей России в связи со всякими сложившимися обстоятельствами, которые сейчас происходят. Что по многочисленным как бы просьбам, ну скажем так, когда проходил прошлый розыгрыш, мы задали вопрос. Стоит ли увеличить количество участников? Ну, мнения разделились, но все-таки желающих принять участие в розыгрыше оказалось больше, чем
обычно помещается в нашу рулетку, поэтому в этот раз в розыгрыше участвуют первые 70 человек, которые подадут заявку на участие. Чтобы подать заявку, под этим видео в комментариях надо написать 4 слова. Участвую, фамилия, имя, населенный пункт, конкретный населенный пункт, не край, не область, а именно город, поселок, хутор, не имеет значения, населенный пункт. Магазин предоставил орхидею. Упаковка с меня, за нее платить тоже не надо. Победителю надо будет оплатить только почтовые расходы, которые укажет почта в чеке. Розыгрыш пройдет уже по традиции, можно сказать, на моей ВК-странице. 16 июня, это у нас будет воскресенье, в 17:00 по московскому времени. Кто не сможет, ну, как бы попасть на прямой эфир, тот сможет просмотреть видео здесь на YouTube-канале. Через полчаса после окончания розыгрыша я выложу видео вот сюда на YouTube-канал. И еще очень большая просьба. Сейчас жарко. Орхидею не хочется держать, мучить, тем более, что передержки нет. Это не моя орхидея. Поэтому большая просьба к победителю обратиться, объявиться сразу после розыгрыша. И орхидея будет отправлена на следующий день. Воскресенье розыгрыш, понедельник отправлена. Ну, вроде бы я все рассказала. Повторять я не буду по нескольку раз, как я это делала до этого. Потому что кто хотел, тот услышал. Ну и что, дорогие мои, я вам всем желаю удачи и везения. Всем мира, добра, благополучия и до встречи на розыгрыше. Пока-пока.